Я Владимир Кличко, и это обращение к поклонникам бокса, фанатам Кличко, в этом случае Владимира Кличко. Когда я был чемпионом, я думал, до тех пор, пока у меня в руках мои чемпионские пояса, со мной будут болельщики и мои фаны. И когда я их потеряю, я также потеряю и своих поклонников. Я глубоко ошибался. Я хочу поблагодарить вас, фанаты бокса и Владимира Кличко, за вашу лояльность, за вашу поддержку. И я знаю, что 9 июля в своем матч-реванше против Тайсона Фьюри я буду победителем. Означает, мы победим.